Ну вот. Что-то есть уже подобное. Надо искать, делать канавки, смотреть жилу, копать ее. Ой, как неохота. Вон старая копия. Сейчас к ней подойдем. Тут тоже пигматит, я как-то был, тут смотрел. Вот эта копешка, да, он, там, видите, бугорок дальше. Тоже копь. Поэтому есть смысл вот по этой прямой где-то вот здесь закопаться поперек нее. А вот, кстати, вот видите, была раньше канавка, вот она так вот поперек этого направления шла, чтобы жилу подсечь. Вон уже поросль какая появилась. Это все это на все, наверное, года три тут не было. Вот. Хорошо, кто-то долбил. Какую-то старую копию еще нашел. Не провалиться бы только. Оба-на! Не придумаю. Что-то даже отвала не видно. Доброго. Настолько старая, что ли? Вообще, конечно, даже он видно, как ее благоустраивали, эту копию. Ладно, посмотрим. Ручеек попался тут. Ой, на пути. Красота-то какая! Так. Ходим по пигматиту.
у него на выносило. Летом надо тут смотреть. Вода холодная, руки мерзнут сразу. Ну вот, тоже канавка чья-то. Это красное пропели. Надо было здесь смотреть все же. В поле мышек полно. Вот так вот идешь. Раз где-нибудь. Ну, как камеру взял, так они не упрыгивают. Еще тут одну каменюшку нашел, но что-то ничего в ней нет. Да и кувалды мои 5-килограммовые не хватит ее. Ну попробую. Ну вот такой вот блин снял. Тут получилось, что вот такая вот животка небольшая. Вот. С кристаллами. Тут тоже что-то вот вымыть надо. С этой стороны вот здесь вот тоже мелочь, кристаллы. Вот здесь вот тоже есть. То есть если вот так вот ее убирать лишнее, вымыть, посмотреть можно, что получится. А это вот ответная часть. Да, тоже щеточка такая. Ну, попробую дальше, может, что-нибудь еще найду. Ну вот располовинил вроде так. Одну треть. Ёп. Но там даже вот в середине намеков нет на кристаллизацию. По частям теперь его нужно разрубить. Но вот здесь вот какая-то есть вроде животка маленькая. Вот одним концом подходила она. Нет. Не это. Куда же я ее? Вот это вот, видите, мелкие кристаллы.
Так себе. Ничего доброго. Ну, какое молоко. Чего в нем ждать? Был бы кварц прозрачный, можно было на что-то хорошее надеяться. А так, что это? Ну, вот такие вот маленькие животки встречаются, но это, в общем-то, не серьезно. Вот тоже. Ну, что это такое? Ничего. Сильнее стукнешь, кристаллы отлетят. Ну, вот, интересно, как получилось. Вот какой шестоватый кварц. А по окружности тут щеточка кварцевая идет. Тоже, блин, видите, не то, не сё. Ну вот, вот этот образец еще куда ни шло получился. Кварцевая щеточка вот такая. Вообще, чем дальше, тем интереснее. Такие вот мелкие кварцевые щеточки пошли. Располовине жди. Вот тоже отмыть надо, блестеть будет. Здесь вот есть. И вот с этой стороны есть. Но если вот так начнешь половинить, они обе рассыплются. В двух местах, поэтому как-то надо по-другому поступать. Вот тоже ответная часть. Вот тоже животка. Махонький кристаллик.